Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Большой Пейнтбол, Big Пейнтбол. И вот, ребята, как видите, смотрите, какую сумму я собрал. Где-то, наверное, за 2 месяца игры. Посмотрите, 1 266 500 евро. И смотрите, что можно здесь купить. Смотрите, 1 250 000, как раз то, что мне подходит. Смотрите, золотой такой пистолет или золотая пушка. Значит, что она дает? Она дает дополнительные кредиты за каждого игрока. Ну что ж, давайте, ребята, сейчас с вами. Она у нас получается самое дорогое оружие, которое не за робоксы. Дальше идет уже, смотрите, премиальный контент. Это за робоксы. Это, ну, конечно, такая сумма просто неподъемная, смотрите-ка. Это тоже совершенно там 99 миллионов. Вот. Так что, ребята, пока это получается сейчас самая дорогая из доступных пушек. Давайте попробуем. Хотим ли мы купить? Та-дам! Покупка успешно совершена. Да, ребят, ну что ж, давайте опробуем. О, смотрите, какой красивый цвет. И меня прям сразу же уже и шатал. Вот, видите, он хитрец какой здесь. Так, ну что, какие ощущения у меня? Стреляет она не сильно быстро. Не сильно. Но вам нужно будет ее постоянно кликать. Передями она не стреляет. Если зажать, она не будет вам очередь выдавать. Поэтому постоянно нужно кликать. Вот, ребята, это не совсем удобно. Она не автоматическая. Но смотрите, все в золото превращается. Вот это да. Все превращается в золото. Так, ну что, давайте посмотрим. В общем, золотая пушка, ребята, просто золотая. И дополняет вам двойные кредиты. Так, ну-ка, давайте попробуем этого чувачка застрельнуть. Зайчика. Нет, не получилось. Или зайчик он, или котик, не поймешь кто. Так, давай, зайчик, падай. Так, хорошо, зайчика попали. Что ж, в принципе, неплохо. Давайте начнем уже следующую партию и немножко поиграем. Что ж, конечно, первое ощущение, ребята, она не автоматическая, она не сильно дальнобойная, она скорее для такого среднего боя. Ну, пожалуй, наверное, единственное, что в ней хорошего, это то, что она дает вам двойные кредиты. Ну, хотя, смотрите, вот далеко стреляет, видите? Вот еще чувачок. В принципе, стреляет она хорошо. Смотрите-ка. Недалеко. То есть она простреливает всю эту поляну. Насквозь. Пожалуй, это неплохо. То есть можно стоять вот здесь в самом начале и простреливать все. Просто. Смотрите.
Ну и конечно, если вам не жалко ваш палец, нужно будет постоянно нажимать, постоянно. Постоянно. Ну и конечно, ребята, если вы хотите иметь такую вот престижную золотую винтовку, золотое оружие, еще и ваши все враги будут потом становиться в золото, превращаться для вас, то конечно, это выбор для вас, ребята. Она, скажем так, статусная пушка, она уже вас выделяет как не простого нубика там, а как уже профессионального игрока, так сказать. И сразу же видят, с кем они имеют дело, ребята, да. Конечно, красиво, дорого, со вкусом, ребята, но я думаю, что это не очень практично, по крайней мере для меня. Для меня главное, чтобы была автоматическая пушка, чтобы нажимаешь на мышку, держишь, и очередь целая там тебя просто поливала врагов, своих врагов очередью из пуль и из шариков, да, как в нашем случае, пинбольных шариков. Но зато посмотрите, какая красота, какая красивая пушка, какая красивая, можно так залезть на елку, смотрите, и с этой елки всех просто вот так вот достреливать, еще дострелять. Смотрите, с елочки с этой сидишь, красота, просто всех поливаешь. Там зайчик вот бегает, где-то он там уже не бегает, вот еще зайчик прибежал. И превращается в золото, копятся для вас кредиты. То есть у меня уже 22 тысячи кредитов, не знаю. Это, наверное, то, что у меня осталось, пошло с покупки. Ну, вот видите, она дальнострельная. То есть, в принципе, можно издалека взять. Хочешь зайчиков стреляй, хочешь девочек, хочешь мальчиков. Вот дрон, ребята, можно активировать. Видите, никаких существенных нареканий к этой пушке у меня нет. То есть стреляет, приспосабливаешься к ней быстро. Единственное, что пальцы надо нажимать постоянно. Видите, как она прошибает. Прошибает просто прекрасно. Сейчас кто-то выпрыгнет отсюда, ребята. Ну вот, мы дрон его наметили. Так, ну вот тут на елочку еще можно залезть, с этой елочки. Так что, ребята, если вы хотите выделяться среди других игроков, если вы хотите быстро накопить денежки, кредит получить быстро, то, конечно, вам просто необходима эта пушка. Вот, ну а если, ребята, любите там пострелять очередями, полетели шарики там во все стороны, то, конечно, я бы советовал мою любимую пушку, я вам покажу сейчас.
ребята, я считаю все-таки, что именно вот эта пушка, она, на мой взгляд, она лучшая в этой игре. Потому что вы еще только подбегая, вы можете уже начинать стрельбу. Нажать спокойно себе палец на мышку. Нажать. И уже будете поливать там соперника таким огнем. Непрекращающимся. Вот, то есть она хороша для дальнего боя. Для ближнего. Сделать такую поливочку от противника. Это просто стена из пулек. Поэтому я, конечно, всех призываю покупать вот именно вот это оружие. Такого универсальное, можно сказать. Вот, также в моей коллекции еще есть вот такой прекрасный полуавтоматическая такая штука. Она также простреливает все пространство. Очень далеко, практически без изменения траектории, видите как? То есть у вас шарик летит практически ровно. Куда вы его посылаете, туда он и летит. Ну вот. Ну, это оружие тоже вам нужно щелкать по мышке постоянно, потому что оно не автоматическое. Получается как полуавтоматическое. Так, ну что, давайте посмотрим. Это оружие еще раз золотое, красивое. И сейчас я его сравню еще с другим оружием. Вот, смотрите, сейчас сравню. Вот такая вот еще пушечка похожая чем-то. Ну, здесь тоже такой большой объем для пулек, такой контейнер. Вот чем-то она это напоминает. Но только такой самый более, конечно, золотая, это самый элитный вариант. Вот. Ну что ж, теперь, ребята, я уже не знаю, на что копить. Робаксы не хочется тратить. Вот. Даже уже я и не знаю, на что еще мне накопить и для вас посмотреть. Красиво, конечно, придумали, что превращается в золото. Все, к чему она не прикасается, для вас это все в золото превращается. Вот золотой, видите, чувачок. И этот золотой, смотрите, как упал. Красиво, просто золото. Так что вполне можно себе играть. Если вы не любите автоматы, если не любите там эту стрельбу бесконечную, можете просто так одиночными раз-раз прицельную стрельбу вести. Оп-оп-оп-оп. Так, тут пробежал. Так, ну что, у меня было 22 тысячи, сейчас 30 тысяч уже. Так, давайте попробуем узнать, сколько за одного человека тут дают. Так, у меня 30 795. Давайте. Так, 795 и сразу 31 тысяча. Так, ну что ж, нормально, я думаю.
получается, что по 200. 31 840. Давайте посмотрим, сколько же дают для человека. Так, 840. 840. Это получается больше 200 кредитов. Да, ребята, 200 с чем-то кредитов дает. Ну-ка, давайте-ка попробуем обычной пушкой сравним. А обычная, наверное, будет где-то 100 кредитов. Вот сейчас у нас 885. Так, бежал за ним, так и не убил. Как бы даже не 50 или не 300. Так, и сейчас я попробую выстрелить обычной пушкой, которая не двойная. Так, давайте-ка выберем эту, посмотрим. Так, 395. Значит, должно быть где-то... Так, 395. Так, а сколько я убил человека? Ну, как будто бы 2, мне кажется. Давайте посмотрим. Да, ребята, в подсчетах я запутался. Тут надо уже отбивать базу, пока я считаю. А, ну вот же, пишет, когда убиваешь, пишет, сколько человек. 250, ребята. 250 за человека, все просто. Теперь берем эту пушку и смотрим, сколько остается. Тут же показывают, а я там пытаюсь что-то вам, ребята, вычислить. Так, 250, 110 мне показал. Сколько ж я убил? Давайте одного убьем. Ну-ка, иди один, давай, тебя поймем, сколько. Сколько ты стоишь нам? Давай. Так, 250. Так, давай-ка один человек нам, мы его увидели. Если у нас 255, странно, на 5 евро дороже. А на 305 на этом 280. Короче, ребята, по-любому дороже. Так, не считай. С этой пушкой вы будете в шоколаде, точнее в золоте. 255. Ну что, все. Видите, я еще даже на втором месте. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!